Здравствуйте, коллеги! Отдельное внимание мы хотели бы уделить настройкам технического инструмента проведения онлайн-занятия на примере Zoom. Настроек там много, и когда о них рассказывают технические специалисты профессиональным языком, не всегда понятно, как это может вообще отразиться на ходе урока. Поэтому мы с вами разберемся, где находятся те настройки Zoom, которые помогут сделать проведение урока удобным и управляемым. Мы собрали все нужные материалы к видео и дали комментарии понятным языком, чтобы вы точно разобрались в настройках и не боялись там что-то испортить. Приведу пример двух таких опций, которые больше всего выручают педагогов. Первое касается настроек чата. Его можно совсем убрать или оставить. А также сделать так, чтобы сообщения, которые ученики пишут в чат, получали только вы, и других учеников они не отвлекали. Вторая опция касается демонстрации экрана и настройки, которая отключает возможность ученикам рисовать на экране в тот момент, как вы делаете демонстрацию. Мы очень хотим, чтобы настройки Zoom стали для вас так же просты, как и подготовка ваших школьных классов к урокам. Возможно, вы пользуетесь другими сервисами, в настройках которых вам надо разобраться тоже. И если у вас есть точечные вопросы, не забывайте, задавайте их через форму на сайте, чтобы мы подготовили для вас полезные видео. Спасибо!